сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. И тут еще вот в конце. И случай. Бог изобретатель. Теперь одна из проблем, которая была у нас, это вот сертификация. Многие не верили, что можно сертифицировать. Да и сейчас не верят. Сертифицировать. Могу показать сертификат. Опыт. Проблемы на самом деле не проблемы, но они очень важны и нужны, потому что на них можно опереться, чтобы подняться и идти дальше. И без этого мы бы не смогли достичь того, что достигли, и двигаться дальше. Просто нужно каждому из нас, из вас, планы написать, чтобы следовать им, а потом все вместе эти планы реализовать. С наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья, любви и проблем. Конструктивных, нормальных, хороших проблем. Еще год у нас не задался. Спасибо. Сказал, что мы можем работать как команда. И чем больше мы будем это осознавать, тем дружнее мы станем. Тем больше мы будем доверять друг другу. Это очень важно. Когда мы собираемся все вместе, каждый к себе дает посыл туда, во что он верит. И этот посыл помогает нам всем идти вперед. И я думаю, что наше движение уже никто не сможет остановить. Я хочу просто поздравить всех с Новым годом. Этот год будет намного лучше, чем предыдущий. Спасибо большое.